Так, приветствую всех онлайн-зрителей. Рад видеть вас на ежедневной онлайн-аналитике, посвященной методам Уильяма Ганна. Сейчас немножко задержался из-за того, что досчитывал некоторые инструменты из тех, которые мы обычно с вами рассматриваем. Так как сегодня немножко в пробке задержался, все посчитать не успел. Некоторые из элементов сегодня посчитаем с вами вместе. И ссылку вам скину уже в самом-самом конце, с учетом всех дополнительных построений, которые сделаем вместе с вами в процессе данного мероприятия. Если останутся какие-то вопросы, напоминаю, что пишем в чат. В принципе, на сегодня, наверное, из-за организационных вопросов все. Единственное, хочу всем акцентировать внимание на том, что фактически на этой неделе у нас начало декабря уже происходит. Раз начало декабря, значит, нас в конце недели ждет Non-Farm Payrolls, одна из самых важных новостей по Америке, которая выходит в начале месяца. Об этом я еще неоднократно повторюсь на следующих выпусках, просто на всякий случай упоминаю для тех, кто не попадет на выпуски там, вторник, среды или четверга. Давайте переходить уже непосредственно в чат. Хочу увидеть от вас плюсики, что меня все видят, слышат, и тогда уже начнем все расчеты, которые я сейчас сделать не успел вместе, и в конце ссылку вам уже выкину в рабочем виде. Плюс уже разобрался полностью с проблемами, почему у некоторых из вас запустились обновленные версии индикаторов, а у кого-то нет. Проблема заключалась в том, в какой каталог их положить. Все очень просто, поэтому чуть-чуть попозже покажу. Давайте переходить. Так, сейчас я загляну в чат. Надеюсь, что меня все видят, слышат. Так, вижу огромное количество плюсиков. Так, Дмитрий уже меня вовремя поправил насчет депозита по попугаям. Вот. Напомните, Дмитрий, мне в конце мероприятия, если я вдруг забуду, чтоб я вам скинул ссылочку на новость. Новость уже опубликована на сайте. Если хотите немножко вперед зайти, то можете зайти на страничку ростовского филиала. Там новость уже будет выложена. Так, а мы с вами переходим уже непосредственно к анализу рынка. На этой неделе у нас особо сильно сегодня именно больших новостей нету. В основном новостями будет богат важными следующий день, поэтому переходим сразу именно к вопросам техники. Так, что мы видим на начале? Мы всегда смотрим на индекс доллара, чтобы знать, кто все-таки сильный на этой неделе, доллар или оставшиеся валюты-мажоры. Пока что мы видим, что он болтается между 99.54 и 100.58. Пока он не поднимется выше 100.58, остается высокая вероятность отскока вниз. Хоть здесь уже даже двойная дивергенция вырисовывается, да, вот здесь. Все пока что условия есть, но он так пока что не подтвердил свои намерения. У некоторых были вопросы в пятницу, по крайней мере, для чего я делаю разметку по данному инструменту, если по нему нельзя совершать сделки. По нему очень удобно судить, например, если евро-доллар идет наверх, ну, допустим, образно, да, абстрагируемся от текущих событий. Если евро-доллар идет наверх, то это значит, либо евро укрепляется, либо доллар теряет свои позиции, либо и то, и другое одновременно. То как раз по этому инструменту вы можете судить, что именно происходит. То есть это индекс, который характеризует силу доллара по отношению к шести оставшимся валютам-мажорам. Поэтому это своего рода такой немножко нестандартный для обычных трейдеров индикатор. Но достаточно многие пользуются. На часах мы видим пока что то же самое. Из последних сил он пытается сходить наверх, но пока что особо далеко уйти не может.
Цель у него наверх — это 101.67 в ближайшем будущем. Пока что я очень сильно сомневаюсь, что у него это получится, потому что уже вот эти максимумы, они обновляются из последних сил. Поэтому вполне возможно, что все каким-нибудь клином закончится, и он все-таки сходит до 99.80, а может быть даже и ниже. Вот как раз заодно посмотрим, возможно, на этот вопрос нам ответит Non-Pharma. Так, а теперь поехали по евро. Здесь, напоминаю, в пятницу мы переносили реверс и обычные углы. 1.1 пока что остается ниже перенесенного 1.1, поэтому перспектива на падение по-прежнему сохраняется. Те, кто заходил еще по старому реверсу, напоминаю, он стоял вот здесь. Да, те, кто заходили вот тут, в принципе, можете смело сопровождать позицию и стоять дальше. То есть сопровождать можно либо по линии Ганна, как мы это делали раньше, да, либо можете просто прятаться за фракталами, кому как больше нравится. Плюс мне несколько раз задавали вопрос во время базового курса, как еще можно переносить стоп-лоссы, то здесь еще посоветую тем, кто торгует в рамках 1-2 дней, примерно так, не больше, то можете воспользоваться полосами Боллинджера, если непосредственно к Боллинджеру применять правило 3 сигм. Тогда стоп-лоссы будут иметь очень низкую вероятность на срабатывание. Самое главное, правильно подбирайте лот, чтобы вы имели возможность такой стоп-лосс поставить. Если вдруг кто-то что-то недопонял, напомните ближе к концу мероприятия, могу рассказать поподробнее, если время у нас останется. Так, что у нас в чате появилось? Аналитика по индексу очень важна. Так, ну абсолютно верно, если не ошибаюсь, как раз вы просили его тогда добавить. Из большой солидарности оставшихся как раз мы его и включили. Так, фунт стерлингов. Ситуация абсолютно точно такая же, за исключением того, что цифры немножко другие. Пока что идет вниз. Сейчас, возможно, в рамках текущего дня чуть-чуть вверх приподнимется, потому что есть небольшой дивер. Вот. Но это не говорит о том, что он развернет все вот это здоровое движение вниз. Вот. Если он приподнимется, вам как раз будет удобно взять реверс, перенести его на вот этот минимум, когда он его пробьет, зайти еще раз. Поэтому все остается абсолютно точно таким же, как и в пятницу. Сидим, караулим, внимательно смотрим за осциллятором на случай выхода. Если что, он вас заранее предупредит о выходе. Так, Никита спрашивает, можно ли ссылку в чат? Можно, но ссылку дам в самом конце мероприятия, потому что еще не посчитан иена и не посчитан канадец. Посчитаем вместе, и я вам, соответственно, скину все сразу. Потому что я сегодня до работы добирался практически на час дольше, из-за этого не успел досчитать все оставшееся. Хорошо, что вчера с вечера квадраты посчитал. Так, мне британец, пока был в командировке, принес подарок 1,347 доллара. Верхняя и нижняя граница хорошо отработали в течение первой недели. Ну, прекрасная новость. Надеюсь, кроме Михаила, еще народ прибыль забрал. Так, попугай 2, когда можно будет скачать? Скорее всего, сегодня тем, кто напишет мне в почту, тем, кто сильно не торопится, то попугай 2 можно будет скачать завтра. Потому что мне там буквально одну строчку осталось дописать. Если бы я сегодня в пробке не стоял, то уже бы вам сегодня все выложил. Так, ну а ссылка на аналитику у вас в любом случае будет. Я ее сделаю прямо в конце мероприятия и прямо в самом свежем виде вам его в чат сброшу. Так, теперь швейцарец. Швейцарец выстрелил наверх. Для тех, кто еще не привык к попугаям, вот вам классический пример сигнала на выход. Да, то есть, когда красная линия возвращается за калибровочную, это говорит о том, что в ту сторону рынок, скорее всего, в рамках одного импульса двигаться дальше не будет. Как видите, он был, в принципе, здесь прав, при учете, что это чисто тупая формула математическая, которая оценивает интенсивность движения. Да? То есть, напоминаю, что индикаторы — это
просто инструмент, который позволяет более ярко видеть то, что и так на графике есть, но в некоторых случаях он позволяет немножко более раньше реагировать, чем если просто смотреть в монитор. Так, Даниил, доброе утро. По пятничной аналитике встал в продажу по юаню, 300 пунктов взял, но не знал, что там некая низкая доходность. Так, ну 300 пунктов хорошо, но нам все-таки маловато такого расстояния, нам надо побольше. Мы все-таки загадывали на более большое расстояние. Так, что мы теперь делаем по швейцарскому франку? По швейцарскому франку мы переносим реверс, переносим 1.1 и рассуждаем точно так же, как рассуждали до этого. Те, кто не закрылись по попугаям, смело двигаемся по линии Ганна или по другому инструменту сопровождения позиций, пожалуйста, милости просим. Вот. Самое главное, не делать сделок внутри вот этого вот диапазона сужающегося, потому что мы уже с вами вот здесь эти приколы видели, которые он может периодически выкидывать, да, поэтому испытывать судьбу не надо, дает сигнал входим, не дает сигнала сидим, ждем, курим на заборе, пока такого сигнала уже не будет. Так, теперь доллар-иена. Доллар-иена создает достаточно такой каверзный вариант развития событий. Здесь, получается, мы должны отказаться от предыдущих углов. Он уже подтвердил то, что он развивается на слабом падении вниз. Долго оно существовать не будет, и придется рисовать потом новые восходящие, когда оно к 125 пойдет. Но эти нам уже, в принципе, не нужны. Поэтому давайте их прямо сейчас уберем, чтобы они глаза не мозолили. Несмотря на то, что скорость движения вниз практически та же самая, здесь все-таки нужно все более точно считать, что лишняя погрешность, так, значит, 8.52, а здесь была раньше, значит, минус 8.52. Так, вот здесь просто без минуса. 8.52. Так, отлично. Вот реверс ставим на последний минимум, который был. И перенесенный 1.1 ставим на максимум, который был. Так, максимум получается вот где он сейчас. Да, вот здесь. То есть практически в него уперся. Сейчас, возможно, пойдет наверх. Расстояние, которое может взять вот такое, оно получается против основного угла. Расстояние в 20 пунктов, ну, это только скальперы могут себе позволить. Те, кто торгуют в основном внутри дня там, или даже внутри недели, здесь особо ловить нечего. Интересно будет, если он пробьет вот этот угол. Это 1.2, то есть угол замедления, да? Если он это сделает, то вот отсюда мы рисуем новые углы и поехали снова наверх с уточненной скоростью. Поэтому иену лучше в покупку не трогать до тех пор, пока она не зайдет выше вот этой яркой линии. Если она пробивает реверс, то вниз можно, вверх лучше не стоит. Так. Звук Никита специально проверял. У меня в настройках стоит стерео, поэтому, возможно, что-то при воспроизведении происходит. Так, какой угол по швейцарцу и по иене? Скажите, пожалуйста. Так, вопрос автоматически отпал. Так, идем дальше. Австралиец. Австралиец очень долго топтался по реверсу. Мы как раз все ждали, когда же вот он все-таки дал сигнал, да. Так что те, кто встали, или даже вот здесь встали, но чуть-чуть постояли в минусе, сейчас сидят в плюсе, можете сопровождать сделку по линии Ганна, стоп ставить на нее,
Вот. Плюс он как раз коснулся верхней калибровочной линии. Возможно, что вот это будет что-то типа флажка и вниз попробует сходить. В идеале он должен сходить вот сюда. То есть, если не выбьет стопик сейчас, то в перспективе можно еще где-то 50 пунктов забрать. Поэтому очень даже неплохой расклад. А если он преодолеет вот этот уровень, он как раз фактически совпадает с углом, то он может уйти еще ниже, но пока что так далеко загадывать мы не будем. Вот. Пока рассуждаем из того, что есть. Завтра уже можно будет обсудить именно, как разыгралось данное событие. Так, Зураб спрашивает, у меня на экране все нормально, но не знаю, как работать с вашей стратегией. Так, ну, я думаю, что за одно-два мероприятия уже привыкнете. На всякий случай для вновь прибывших расскажу в двух словах буквально, потому что рассказывать подробно это займет, наверное, не один час. Но постулаты достаточно простые. То есть я за основу взял метод Уильяма Ганна, даже не метод Уильяма Ганна, а кусочек метода Уильяма Ганна. То есть я взял квадраты и взял углы Ганна. Вот. И к ним я добавил два индикатора. Один индикатор относится к самому Уильяму Ганну, второй индикатор моей разработки, это 38 попугаев. Это сделано для того, чтобы больше было формализации метода, для того, чтобы я всегда был сторонником того, чтобы два человека, если берут один и тот же метод, они заходили в одно и то же время, по одной и той же цене, по одному и тому же инструменту. Чтобы не было такого, что я вот здесь вижу сигнал, а кто-то не видит сигнала. Именно для этого, и когда мы, например, квадраты считаем, я беру зигзаг, а не просто выделяю какие-то максимумы и минимумы, потому что у каждого из вас зигзаг будет рисоваться абсолютно так же, как и у меня. Вот. Поэтому правила очень простые. Когда рисуются углы 1.1, 1.2 и 2.1, мы получаем основное направление тренда, плюс ко всему мы получаем ускорение и замедление. Когда рынок уходит за замедление, за 1.2, значит тренда уже нет, наверняка образовался новый. При подходе именно с помощью терминологии Ганна у рынка всегда есть направление. Либо направление вверх, либо направление вниз. Вбок его в принципе нет, потому что если четко нельзя нарисовать направление, мы можем просто перейти на другой таймфрейм, и там по-любому будет направление. Ну, по сути, те же самые постулаты технического анализа, просто немножко другими словами рассказанными. А индикаторы нужны для того, чтобы подтвердить вход, или вот как нужен Gun Hello активатор, или для того, чтобы вовремя выйти. Это 38 попугаев. Ну вот в двух словах буквально так. Так, вижу еще одно сообщение, Дмитрий. Тут везде по парам с долларом стоит предел в виде 100 по индексу долларом. В принципе, стоит ожидать разворота или коррекции? Разворота я так бы громко не говорил, а небольшой коррекции по индексу доллара, да, стоит ждать. О развороте речь вообще в принципе не идет пока. Я это уже показывал, но на всякий случай давайте вернемся, потом продолжим австралиец. Да. Здесь уровни у вас просчитаны фактически до 120. Я специально просчитал, чтобы потом уже больше к этому вопросу не возвращаться. А так как он уже ходил на 100, 58. Вполне возможно, что он от 158 сходит на 97.60, а от 97.60 пойдет уже с разгона бить дальше, чтобы после этого сходить на 103. Вот. Но так как мы еще отбоя не видели, поэтому так далеко мы заглядывать не будем. Возвращаемся к австралийцу. И как раз вижу по нему вопрос. По австралийцу сейчас есть вход на продажу или нужно подождать? Вот. Ну, для агрессивных, в принципе, вот это повод уже для того, чтобы становиться на маленькое расстояние вниз. Для осторожных я бы подождал момента, когда обновится минимум, или хотя бы когда здесь фрактал образуется. Но кто торгует агрессивно или там на 15 минутках, те, в принципе, сейчас уже впрыгивать могут. Но тогда и потенциальная прибыль будет чуть меньше, чтобы, если что, вы на 15 минутках по попугаям вовремя выскочили. А так, в принципе, вы имеете полное право. Мы находимся в сделке в направлении основного тренда, то есть вниз. Мы находимся ниже линии Ганна
соответственно, тоже подтверждение вниз. Мы находимся ниже реверса, это тоже подтверждение вниз. То есть все, ничего нам сейчас не запрещает войти в продажу. Абсолютно нет ни одного аргумента. Но более удобно тем, кто все-таки заскочил вот здесь. Те могут сопровождать сделку, и в принципе, когда будет здесь фрактал, тогда добавится. Ну, здесь уже кто успел, тот успел, кто не успел, тот ждет. Никуда уже не денешься. Новозеландец. Вот по новозеландцу сейчас входить как раз уже вниз нельзя. Сломалась линия Ганна, начинается коррекция. Мы имеем полное право перенести реверс вот сюда. Если он его пробивает, то заходим заново на продажу. Скорее всего, этот рост долго не продлится. Видите, попугаи уже скоро начнут запрещать движение наверх тем, кто стоял вот тут. По какой-то причине, я не знаю по какой, но если такие есть, то учтите, что долго вверх движение не будет длиться. Он может быть вот так вот коснется. В идеале для нас всех было бы, чтобы он вот из последних сил истерически сюда дернулся и вот так вот бы остановился. Если бы он вот так сделал, то вот здесь вы могли бы войти с стоп-лоссом там пунктов 20, а потенциальная прибыль оттуда была бы, сейчас даже померяем, ну где-то пунктов 100. Ну, где-то 5 к 1, согласитесь, такая сделка стоит того, чтобы ее ждать. Если же такого не будет, то банально ждем пробития реверса и снова вниз, как обычно. Так, Леонид спрашивает, есть ли запись с описанием вашей стратегии? Ну, моей стратегии это громко сказано, я просто скомбинировал несколько подходов, и где-то 90% из этого подхода составляет метод Уильяма Ганна, поэтому... Я не хочу себе приписывать достижения этого великого человека, но, в принципе, вы можете посмотреть записи несколько предыдущих выпусков. Те, кто ходит уже больше 2 недель на мою аналитику, уже привыкли ко всей терминологии. Поначалу немножко ухо режет, особенно сейчас, когда мы дойдем до квадратов. Потом привыкнете достаточно быстро. И, скорее всего, после Нового года я уже сделаю пару семинаров, именно посвященных самому подходу, для того, чтобы новичкам было легче разобраться. Так, а мы с вами идем дальше. Сейчас как раз начинаются квадраты. Я первые 3 буквально в турборежиме за 5-10 минут до начала вещания успел сделать. Остальные делаем вместе. Если что, я поклянчу для нас еще минут 10 в эфире, чтобы все успели сделать. Итак, вот расчет на текущую неделю. Скорее всего, еврик сейчас скорректируется. Как видите, расчетный уровень 1.0562. Цена в него 3 раза билась и сейчас находится в состоянии коррекции. Если по какой-то причине она прямо сейчас не выстрелит вниз и с лету не пробивает 1.0562, то, скорее всего, она сходит наверх либо на 1.06 или на 1.0619. Пытаться забрать это расстояние я большого смысла не вижу, потому что тут всего 30 пунктов. Но было бы неплохо, чтобы она туда сходила, чтобы оттуда именно продать. На всякий случай можно сюда лимитики кинуть перед 1.06 sell limit и лимитик перед 1.0619 поставить. То есть если сходит, вы его заберете без особых усилий. Если же не сходит, потом просто сами руками заберете его при пробитии 1.0562. То есть 2 варианта развития событий нам интересны. Либо сразу вниз, это менее интересный вариант, либо вверх где-то до 21.00 сегодняшнего дня в 1.0619 и оттуда разворот. В идеале, вот я как вам еще раз нарисую, в идеале это его рост вот до вот этого времени, до 21.00, а потом спад. Вот оттуда можно было бы смело продавать. Но лучше поставить лимитики, так как уже мы с вами несколько раз замечали, что именно отложенниками забирать наиболее удобно. Так, на днях евро делает откат наверх. Ну, давайте посмотрим. Мы с вами рассматриваем сделки именно в краткосрочной перспективе. На днях может быть и вверх. А, так, а что я новый рисую? У меня же где-то как раз квадрат был на днях. Давайте посмотрим. Ну, здесь вопрос спорный. Сейчас объясню почему. То есть подобное, я думаю, вы уже тоже видели и на моей аналитике, в том числе и наверняка не только на моей.
мы видим двойную дивергенцию, и он так ее и не начал отрабатывать. Обычно, когда график ломает дивергенцию, это наоборот признак того, что скоро шарахнет еще раз. То есть я допускаю, что он может еще раз сходить там в рамках одного дня на даже на 1.07 и потом снова ударить вниз. Потому что вот данная модель, она построена еще черти когда. Фактически это какой год? Это середина прошлого года. И сейчас получается цена немножко до этого была ускорена. Сейчас она сравнялась с той скоростью, которая была в начале самого зарождения движения. Поэтому небольшой маленький откат я допускаю, но никакого разворота даже речи быть не может. А для тех лимитов, которые мы сейчас с вами обсуждали, в любом случае у них стоп-лосс будет очень маленький. Поэтому даже если вы его получите, убыток будет небольшой. А когда он остановится на 1.0722, если такое произойдет, то вы зайдете по еще более выгодной цене, успеете несколько раз добавиться, рынок вам отдаст обратно еще все с очень хорошим процентом сверху. Так, кроме доллара, кроме индекса доллара, есть какие-либо взвешенные по другим валютам? Ну, в принципе, самый простой вариант – это рассматривайте индексы, например, фондовые, относящихся к тем или иным странам. Соответственно, они будут отвечать за экономику страны количественно. А раз будут отвечать за экономику страны, значит, они будут отвечать за саму валюту. Достаточно простой вариант. Например, точно так же на Америку можно смотреть S&P 500, индекс Dow Jones, эту Японию можно смотреть Nikkei 225, Германия это DAX и так далее и тому подобное. Поэтому, если что, просто посматривайте на фондовый индекс. Они не целиком ответят на ваш вопрос, но достаточно неплохо в этом плане могут помочь. Может быть, в дальнейшем мы с вами на них будем больше внимания обращать, но, по крайней мере, не в этом году точно. Итак, возвращаемся к текущему раскладу. То есть нам интересен либо вот такой вариант развития событий, это не так интересно, либо вот такой вариант развития событий. Если он сейчас до 21.00 ничего не сделает, ни того, ни другого, то мы банально ждем, пока мы завтра с вами встретимся, и завтра уже обсудим, исходя из того, что он имеет низкую волатильность, будем ли мы на него обращать внимание до 3 часов ночи 2 числа или нет. Так, дальше вопрос в чате вижу. По фунту доллару какие-то перспективы отката наверх небольшого есть или нет? Ну, вот сейчас как раз мы до него и дойдем. У нас буквально расчетное время потенциального отката есть. Это 10 часов по времени метатрейдера. Сейчас 8.31, то есть полтора часа до наступления расчетного времени, плюс у нас погрешность где-то 2 часа. Получается, 3,5 часа у нас есть для того, чтобы последить за фунт против американского доллара, и откат вполне может быть до ближайшего уровня, к которому он до этого подходил, до 1.5074. Но опять же, речь о развороте глобальном не идет, то есть вот дивер, да, то есть он за счет этого дивера может как раз сейчас сходить наверх вот сюда, туда же на всякий случай я бы поставил sell limit, и снова ловим его внизу. Ловим внизу, получается, через один уровень от того, что он касался вот здесь на 1.4951, при обязательном условии, что на 1.4992 он не будет останавливаться. Напоминаю, правило работы вот в данной ситуации, он должен пройти мгновенно, вот так вот, оп, и все. И на 49.92 ни фрактала, ни каких-то консолидаций, ничего не было. Если это происходит, то забираем прибыль и уходим. Или стопик в безубыток для тех, кто торгует агрессивно. Дальше идем. Доллар против швейцарского франка. Опять же, напоминаю тем, кто с попугаями еще не работал, они достаточно хорошо себя показывают. Если кому-то неудобно работать вот с данной версией, я на всякий случай вам покажу
Те, кто был на моем клубном дне, посвященном дискретным версиям, так, сейчас посмотрим, здесь она есть. Нет, сейчас. Есть дискретные попугаи, смотрите. Если будет интересно, я как раз могу их тоже скинуть. То есть они упрощены вообще до безобразия. То есть если палка вверх появляется, значит лучше выходить из покупок. Если появляется палка вниз, значит лучше выходить из продаж. То есть вот этот и вот этот индикатор — это абсолютно одна и та же версия. Просто вот это в аналитической форме представлено, а вот это в дискретной форме. То есть вот тут думать вообще не надо. То есть кому как больше нравится, если захотите, могу вот эту тоже включить в пакет индикаторов, которые я представляю в архиве. Так, Владислав спрашивает, а запись этого клубного дня есть? Есть, зайдите на портал Альпари на YouTube, и он так и называется, дискретные индикаторы. Или метод формализации торговых систем, дискретный индикатор. Если не найдете, то можете мне письмо написать, я вам ссылочку пришлю. Так, а что мы будем делать со швейцарским франком? Со швейцарским франком, получается, мы уже два раза пытались подойти к 1.03.29. Если он до 18 часов сегодняшнего дня не пробьет 1.03.29, то он, скорее всего, откатится вниз. Если откатится, ну, агрессивные могут его ловить. Сейчас посмотрим, сколько там будет. Но это буквально сделка в рамках нескольких часов. И тут, грубо говоря, где-то 35-30 пунктов можно будет забрать. Ну, не самый такой классный вариант. Вот. А если вот она сходит на 1.03.29, его не пробьет, отобьется назад и сходит на 1.02.28, вот оттуда его подбираем и идем наверх. То есть для нас сейчас идеальный расклад по швейцарцу вот такой. Он бьет сюда, отбивается, возвращается вот сюда назад. И вот отсюда мы ставим лимитик и поехали наверх. Вот так. Потому что сейчас пока подтверждений для покупок нет, и если делать покупки, это будет дополнительный риск. Так. Азамат пишет, меня очень заинтересовал ваш метод торговли, можно узнать, когда вы планируете рассматривать мастер-класс по вашей методике для тех, кто еще не знаком с ней. Ну, скорее всего, это будет 100% после Нового года, потому что как бы расписание уже расписано, и ничего нового я туда вписать уже в любом случае не смогу. Плюс еще есть определенные формальности, которые надо соблюсти, чтобы с руководством. Поэтому, скорее всего, это будет, наверное, январь-февраль, вот так вот месяц, примерно так. Если у вас будут возникать вопросы в процессе, то задавайте, я как бы тайну из этого не делаю никакую. Так, попросили не удалять линии направления возможных событий. Ну, давайте покажу. Да? То есть нам интересен вот такой вариант развития событий. То есть если будет вот так, то вот отсюда самый лучший вариант для покупок будет. Вот так. Но при обязательном условии, те, кто любит швейцарца, после покупки он не должен останавливаться на 1.03.29. Опять же так, оп, и пошел дальше сразу. Если консолидация, тут же забираем прибыль и уходим сразу, моментально, не задумываясь. Так, тут еще кинули ссылку. Я так понимаю, это как раз ссылка на дискретные системы. Сейчас сам загляну. Так, время пока нам позволяет. Мы практически уложились во все. Сейчас сколько там у нас по трансляции, еще 25 минут, но если что, я еще, да, абсолютно верно, ссылочку дали, спасибо большое, так что кому нужно, я вот сейчас сам по ней прошел, все верно. То есть посмотрите внимательно данный подход, мне он в свое время просто очень сильно изменил вообще взгляд на механические торговые системы.
Так, Дмитрий Аверченко, да, вот. Вам отдельное спасибо, чтобы я не искал эту ссылку. То есть проходим по ссылке Дмитрия, только целиком из чата ее копируйте, не просто мышкой нажимаете, а копируйте. Тогда все заработает. Так. Теперь пошли по иене. Так, я, наверное, сразу 10 минут нам добавлю, потому что сейчас еще надо будет посчитать. Потому что квадрат есть, а расчета пока что еще нет. Сейчас нарисуем вместе. Я вам заодно покажу именно результат. Сейчас найду его, что я чисто картинки сохранил, вчера с вечера считал. Вот для тех, кто считает самостоятельно, чтобы могли заодно сравнить мой результат с вашим. Сейчас что-то долго грузится. Так, что-то у меня чат тормозит, не вижу, видите ли вы картинку или нет. Сейчас перезагружу. Так, ну я вижу, что в чате хотя бы написали, что видите, хотя бы так. Потому что я почему-то не вижу сам. Непонятно почему, ладно. Поверю на слово. Значит, смотрите, по иене, ну, собственно, как у нее часто бывает, это пятигранник, да, получается, вот первый угол 55 градусов. Практически все ячейки мы затронули, поэтому, ну, совпадение близко к идеальному. Напоминаю, свойства любого пятигранника, если считать на неделю вперед, то мы всегда попадаем на одно и то же время каждых суток. Сейчас переводим теперь все градусы в время. Значит, начало этой недели у нас получается сегодня. Сегодня это 30.11.2015. 55 градусов, всего 5 углов. Так, первая часть есть. И теперь надо посмотреть, как ходит цена. Цена ходит вот отсюда с значения 122 815. Записываем 122 815 и средняя волатильность. Померяем с помощью АТР-ки для того, чтобы инкремент цены мы с вами не спорили, какой аргумент более важный. Да, мы берем просто инкремент, считаем через АТР-ку. Так, 30 число, полночь 0.0897. Так, ну все, промежуточные вычисления готовы. Начинаем наносить расчетные данные на график. Сначала проще всего нанести время, потому что время будет везде одинаковое. Если 55 градусов, значит это будет 18.00. Так, понедельник, вторник. Среда, четверг и пятница. Так, а теперь поддержки и сопротивления. Так, раз красный, начнем с поддержек. 122 743 743. Дальше 122 и 6. Дальше 122 384.
И 122 и 1. Не, 0,97, прошу прощения. 122, 0,97. Так, поддержки есть, теперь сопротивление. 122, 887 и зелененьким цветом. Теперь 123, 0,3. Следующий 123, 246 и следующий это 123, 533. 533. Так, и теперь так, чтобы я ничего не сдвинул, убираем от греха подальше маркеры. Все равно сдвинул, зараза. Так. Так. Здесь есть. Так, вижу еще одно сообщение. Алексей, я вам на почту один вопрос написал. Не могли бы вы подтвердить прочтение письма? Ответ не горит, просто сам факт. Да, новое письмо есть. Так, возвращаемся к чату. Куда-то он у меня пропал. Так, извиняюсь, где-то упустил, почему 55 градусов – это 18 часов, можно повторить. Ну, все очень просто, я это уже как бы рассказывал, если хотите, можете посмотреть запись предыдущих семинаров. Но раз уж вопрос зашел, давайте для, я так понял, у нас сегодня вновь прибывших много, поэтому давайте в двух словах еще раз расскажу. На самом деле математика примерно класс 6-7, вот, но когда видишь первый раз, немножко глаз режет, да? То есть вот этот вот оборот вокруг шкалы на 360 градусов, он занимает 5 рабочих дней. Если вы разделите 120 рабочих часов на 360 градусов, вы получите 0,3 в периоде. В результате 1 градус – это 20 минут. Если вы переведете, вы получите как раз сколько часов занимает 55 градусов, прибавите к полночи понедельника и как раз уткнетесь в 18 часов по времени метатрейдера. Ну, точно так же считаются остальные углы, то есть все очень просто и понятно на самом деле. Так, а мы идем дальше. Что, исходя из того, что мы только что посчитали, можно вытащить из доллар-иены? Доллар-иена подошла уже второй раз к уровню 122.887, и у нее есть время до 18 часов, это значение пробить. Если не пробьет, то, скорее всего, будет откат вниз, обратно к 122.384. Если пробивает, то может быть движение на 123-246. До того, как она не пробьет или не отобьется от 122-887, или если она будет бултыхаться то вверх, то вниз, до наступления 18 часов, желательно сделку не совершать вообще. Никакой сделки быть не должно. То есть у нас есть два хороших варианта. Идеальный вариант – это вот такой, вот так. Почему? Потому что у нас будет сигнал на разворот одновременно по цене и по времени. Такие очень редко, когда не отрабатываются. Ну вот вам простой пример. Да? У нас погрешность в 2 часа, поэтому допустим. Вот только что был пример. Да? Она бьется в уровень по времени и в уровень по цене и отходит назад. Вот. Точно так же может быть и здесь, и к тому же это будет третье касание уровня. И может отойти вниз. И это будет как раз предыдущий уровень, где она касалась, 122.
384. Если отбоя не будет, и нас в рынке тоже, соответственно, быть не должно. Поэтому это как бы я вам, давайте пунктиром это сделаю, чтобы это не выглядело как утверждение. То есть это я вам рисую тот расклад, при котором лучше всего входить в рынок. Если он так не сделает, то и мы тоже ничего делать с ней не будем. То есть это то, чего мы ждем. Теперь канадец. Канадец тоже не посчитан, не успел посчитать. Давайте я вам, нам сейчас добавлю времечко еще немножечко. Надеюсь, уложимся. Так, мы, нет записи 26-27. Но это надо проверить. Я вроде старался все выложить, кроме одной поврежденной. Нет, 27 точно был. 27 точно выкладывал. Так, попугаи сидят в синих линиях, на что это указывает? Ну, вообще смысл попугаев очень простой. То есть вот эта линия, она характеризует скорость движения рынка относительно среднего. А верхняя и нижняя калибровочная линия, они отвечают за вопрос, какой рывок является достаточно большим, чтобы уже выдохнуться. Или рывок вниз достаточно большой, чтобы скоро выдохнуться. Ну, не бывает такого, да, что мы резко разогнались, да, и продолжали ускоряться. Рано или поздно есть предел скорости, точно так же есть предел скорости у рынка. Поэтому, когда индикатор заходит за калибровочную линию, например, снизу, и возвращается назад, вот этот момент является сигналом для того, что вниз он больше не пойдет в рамках импульса одного. И точно так же здесь, когда она идет наверх и возвращается вовнутрь, то это сигнал к тому, что наверх в рамках одного импульса он, скорее всего, больше не пойдет. Когда он между ними находится, то и для нас это никакой информации не несет. Все. Да, кстати, хорошо, что Дмитрий как раз кинул подсказку. Если что, перевод углов по квадрату можете посмотреть. Спасибо, Дмитрий, вам отдельно от меня. Так, теперь давайте считать, пока время нам это позволяет. Пока время нам это позволяет, мы должны посмотреть следующее. Мы должны посмотреть, с какой цены все это дело началось. Эта цена, так, не вижу. 1.33.647. Так, записываем. Цена 1.33.647. И для того, чтобы у нас с вами не было споров насчет инкремента цены, надо указать волатильность на момент начала этой недели. Была 0.0013. И теперь осталось найти то, что я считал дома. Нужно найти канадца. По канадцу там, кажется, шестигранник был. Да, вот, смотрите. Вот доллар-канадец. Мы забрали эту. Короче, все, забрали все ячейки, которые могли. Первый угол указывает на 30 градусов. Ну, 30 раз по 20 минут посчитать сами сможете, думаю, без меня. Да? Я сразу переведу в даты, чтобы мы максимально быстро это делали. То есть 6 углов, и первый из них пусть будет 30 градусов. Теперь переводим все это дело в нормальные человеческие цифры. То есть сегодня в 10 часов, это буквально вот уже после моей аналитики, потом 1 числа в 6 утра, потом 2 числа в 2 часа ночи. Так, вот эта штука нам уже не нужна. Следующее. 2 числа в 22.00. Потом 3 числа в 18.00. И 4 числа в 14.00. Так, теперь поехали по уровням. 1.33.75.
33.75. Как раз на ней останавливался. Это хорошо. Уже показатель 33.96. 33.96. Дальше 1.34.27. Хорошо. И 1.34.69. 34.69. Окей. Так, теперь поддержки. 33.54. Только красненькие. Тридцать три тридцать четыре. 33.02. 32.61. Теперь как мы этим можем пользоваться? Сделок до 10 часов не совершать, потому что вот здесь мы видим, он до этого останавливался, да, и может быть откат до угла 1.1. То есть может быть вот такой расклад, и нам это не очень будет интересно. Но если он отобьется, то вот здесь его подобрать и забрать наверх будет идеальным вариантом. Поэтому на всякий случай buy limit на 33.54 поставить стоит. Если же 10 часов по времени уровень его не остановит, то после 33.96 можно остановиться в покупку. Тогда второй вариант развития событий, который нам интересен, если он после 10 часов пробивает 33.96, то может сходить вот так. То есть у нас в любом случае рассматриваются сделки на покупку, но после пробития мы имеем право заходить до take profit 34.69 при условии, что он не будет останавливаться на 34.27. Если будет фрактал на 34.27, забираем прибыль и уходим сразу, даже не задумываясь. Так, эти точки можно использовать для входа и выхода. Не совсем понял, о каких точках идет речь. Мы сейчас считали уровни, а уровни нужны и для входа, и для выхода. За них ставят и take profit, и stop loss. Просто это наиболее вероятные точки, где рынок будет или консолидироваться, или разворачиваться. Достаточно просто полистать прошлые выпуски, посмотреть, как цена часто останавливалась. Например, позапрошлая неделя по иене там было 6 времен разворота, и все шесть в них развернулись. А, попугаи нужны для выхода. Совершенно верно. Индикатор 38 попугаев нужен для того, чтобы или не входить, подтверждение того, что входить не нужно, или для того, чтобы вовремя выйти. Для входа они практически бесполезны. Так, австралиец на днях. Ну, как раз подтвердилось то, что мы с вами обсуждали в конце прошлой недели. Он опять стукнулся в 1.7259, подтвердился уровень от дневной модели на продажу австралийца по любимому углу и катиться ему дальше вниз хотя бы до зоны консолидации. А в идеале до 1.54, до 64.29, но это как бы цель настолько далекая, что обсуждать ее смысла сейчас нет. Для нас это ближайший минимум. Вот этот, да, это где-то 1.0710, но и до него, тем не менее, 175 пунктов, почему бы не забрать, да? Золото. Модель продолжает отрабатываться, мы закрепились ниже 1087. Напоминаю, основная цель, фактически цена рентабельности добычи золота, по мнению западных аналитиков, это 968, мы как раз попали примерно в то же значение. По оценкам это 950, по моему расчету 968. Но цель возможного достижения по времени это фактически начало второго квартала 2016 года, поэтому на часах мы еще раз 20 зайти успеем по нему.
Поэтому, ну, любителям долгосрока, я думаю, вы зашли еще вот здесь. Если не зашли, то зайдете с подтверждения на более маленьком таймфрейме. Вот, золото, как видите, прошлая неделя отработалась отлично. Я помню, мы тогда с вами обсуждали лимитики поставить вот сюда и вот сюда. Поэтому те, кто поставил, я так понимаю, ручки нагрели хорошо, да, с прошлой недели. Вот. Те, кто еще не вышел из сделки, да, кто вот здесь вот профит не ставил, те можете смело сидеть дальше. Но уровни я не посчитал, сейчас мы уже по-любому не успеем, потому что нас скоро выгонят с трансляции буквально. Поэтому золото и серебро посчитаю вам завтра. Потому что мне еще нужно успеть сделать ссылку, чтобы вы ее еще успели в чате взять и скачать. По серебру то же самое, кто ставил лимитики, все сейчас в плюсе. Вот. Единственное, внимательно, в отличие от золота, здесь коварный вариант на 13977. Если он в ближайшие несколько часов образует фрактал на 13977, то стоит оттуда убежать. Вот. Плюс ко всему, то есть было уже несколько сигналов по попугаям о том, что он дальше сильно не собирается. Меня вот смущает вот этот вот момент. Да? Если он сейчас с третьего раза не пробивает этот уровень, то лучше просто уйти. Сорос начал закупать золото. Ну, посмотрим, когда у нас будут все дополнительные подтверждения, то я-то сам давно уже жду золото наверх, но пока только жду. Аргументов для того, чтобы входить, нет. Поэтому мы реагируем всегда именно по тем событиям, которые уже произошли, и по тем признакам, которые мы видим на графике. Потому что подвергаться слухам не всегда хорошо. Здесь рубль. Напоминаю, что нам нужно, чтобы свечка закрылась выше, чем 66.74. Вот он ползет второй раз уже к нему. Не факт, что пробьет, и сегодня мы по-любому рассматривать его в качестве долгосрочной покупки не будем. На будущее, если закроется, то перспектива движения наверх у нас до 72.719. Все зависит от большой политики и от цен на нефть, поэтому здесь все еще может 10 раз поменяться, но пока что именно расчетные значения именно такие. Если будет расти, внимательно на 70.95, там может мешаться ЦБ. Так, во сколько сегодняшний анализ появится на YouTube? Ну, если сейчас меня никто не отвлечет, я выложу его сразу после того, как мы с вами закончим беседовать. Так, юань. Я уже услышал, что кто-то из вас по-любому его забрал, да? Мне очень приятно это слышать, потому что я его тоже прозевал, как и в прошлый раз. Вот, поэтому если караулили, молодцы. Вот, был небольшой дивер, к тому же мы опять уперлись в расчетный уровень, так же вот как это было вот здесь, да, идеально уперлись в уровень, фактически риски были на минимуме, и вот он сейчас идет вниз, те, кто вместе со мной прозевали этот момент, то ждем, сейчас скорее всего будет коррекция, если он уйдет ниже 6.42, то пойдет вниз где-то до 1 декабря, может выстрелить хорошо вниз. Вот. Не помню, кто говорил, что юань забрали. Соответственно, наши аплодисменты. Надеюсь, потом похвастаетесь, что забрали и второй импульс, который здесь очень высоко вероятен. Не забывайте про время. То есть, даже если будет сильное движение вниз, где-то между 13.00 1 числа и 10.00 2 числа, это движение вниз, скорее всего, закончится. Поэтому вас уже в рынке быть не должно к тому времени. По крайней мере, быть не должно с стоп-лоссом, не находящимся в плюсе. Если вы будете держать стоп-лосс в плюсе, можно просто по сопровождению потом выпрыгнуть. Но стоп-лосс уже должен быть в любом случае в плюсе. Так, Даниил это Алексеев, да? Будем надеяться, как раз потом нас порадуете еще раз. Так, нефть. Нефть идет вниз, пока что мы ее трогать не будем. И до 2 числа... Внимание на нее не обращаем, потому что как раз скоро скорректированный уровень по времени будет. Именно после него будем принимать решение. Пока что, если нефть будет увеличивать объемы на рынке, то ниже 43.65 может улететь, а лететь тогда ему далеко-далеко вниз. До 32.71. Мне очень сложно в эту цифру поверить, но пока что поводов не верить этому расчету у нас
Нет, будем уже исходить из обстоятельств, только если свечка закроется ниже 43-65, тогда будем рассматривать сделки на продажу. Пока этого не произойдет, то сидим, курим на заборе, ждем, пока будет новый сигнал. Евро на днях недавно, получается, развернулась по времени, тут же развернулась по цене на следующей свече, да, и снова идет вниз. Пробила реверс, поэтому пока что слабо, но падает. Исходя из того, что сейчас есть двойной дивер, то есть либо будет небольшой откат наверх, вряд ли выше, чем 1.0722, это то, что мы с вами уже обсуждали, и потом вниз. Либо он сломает дивергенцию, появятся сильные медведи, и он выстрелит сильно вниз. Но я думаю, что на этот вопрос опять же ответит конец недели, когда мы узнаем, насколько сильный станет доллар. Потому что нон-фарма, как правило, достаточно сильно вызывает возмущение на рынке. Я вам про это еще обязательно несколько раз успею напомнить. Так, ну кто-то просил в прошлый раз посчитать квадраты швейцарец против иены, евро против швейцарца. Вот, я их пока что на всякий случай оставил. Кому интересно, смотрите. Кому интересно, не интересно, не смотрите. Так, значит, итого. У нас получается времени еще буквально 10 минут осталось. Так что чуть-чуть повисите в онлайне. Я сейчас быстренько сделаю вам ссылочку для скачивания. И заодно покажу вам, как немножко изменился вариант установки. Так, сейчас заново запущу метак, для того, чтобы он сохранил все изменения. Времени должно хватить. Долго что-то грузится. Пока MetaTrader грузится, если что, можете в чате вопросы задавать. Пока загружается, я на них поотвечаю. Так, я так понимаю, вопрос был насчет евро. Жду небольшой откат, а потом вход на sell. Ну, вполне разумно. Это мы с вами уже даже с двух разных подходов рассмотрели. Да, много программ просто открыт, поэтому метак немножко тормозит. Так, давайте я временно поставлю галочку, чтобы он вам показывал, как будто бы у нас перерыв или даже просто конец мероприятия, тогда, по идее, торможение будет меньше. О, сразу пошла загрузка. Вот, а потом, когда нужно устанавливать, я включу заново. Просто заглушка меньше кушает параметров. Так, все нормально. Возвращаемся к рабочему столу. Так, файл, открыть каталог данных. Как теперь заодно покажу, как
как это все создается, да? Вот. Я сделал так, чтобы вы могли устанавливать еще проще. Сейчас я копирую архив. Так, это у нас уже будет сегодня 30.11.2015. Останется только закинуть новый каталог сюда. Так, вот файлы есть, дата вот только что сделана, отлично. Все, сейчас закидываю все это дело на Яндекс.Диск и можно будет качать буквально через пару минут. Так, вперед. Так, все готово. Так, теперь тем, кто не успел по какой-то причине что-то сохранить, записать и так далее, вот, держите ссылку, только что с пылу с жару, можете забирать. Скачивать, теперь показываю, в чем отличие от того, что было. Вот вы скачали архив, вот так же, как у меня он здесь лежит. Сейчас этот удалю. Установка стала еще проще. Видите? Написано прям, разархивируй меня в каталог данных. То есть ваша задача просто вот так вот взять вот эти две папки и кинуть в свой каталог данных. Он спросит, заменить, в случае чего файлы, которые имеют аналогичное имя, скажете да, заменить. Он сам заменит индикаторы, которые повторяются, да, и сам заменит рабочий стол, который был до этого. То есть не надо в отдельные папки ничего кидать и все. Все заработает сразу само по себе. Если кому-то что-то будет непонятно, здесь установка написана. Потому что у некоторых из вас не заработали индикаторы, как мы вот выяснили с некоторыми из вас, из-за того, что у меня 38 попугаев и Gun High Low Activator лежат в подкаталоге прошитые индикаторы. И когда вы кидали его себе в обычный, он говорил, что у вас нет папки прошитые индикаторы, и он оттуда его не может подгрузить, и приходилось рисовать их вручную. Вот, поэтому сейчас у вас у всех все должно уже заработать, ни у кого никаких проблем быть не должно. Потому что со всеми, у кого проблемы были, мы списались, и у всех все заработало. Вот, поэтому вот сейчас уже мы точно все успели сделать, у нас даже буквально 3 минуты времени осталось. Если у кого-то сейчас что-то не получится, я еще 3 минуты в чате буду, поэтому если что, задавайте свои вопросы. Напоминаю, вы присутствовали на мероприятии «Ежедневная аналитика с помощью методов Уильяма Ганна». С вами был я, Алексей Ершов, преподаватель ростовского филиала компании «Альпари». Если будут какие-то непосредственно ко мне вопросы, то у вас всегда есть возможность задать их либо на следующем мероприятии, либо можете задать эти вопросы мне по почте. Вот почта. Я с вами прощаюсь. Если что, в чате еще 3 минуты буду находиться. Встретимся завтра в 9 часов точно так же. Спасибо за внимание. До свидания.